7:45 утра, и мы уже в Румынии. Выехали мы сегодня из города Измаил, это Украина. Выехали мы в 5:40. Чтобы доехать до Румынии из Измаила, нужно сначала из Измаила доехать до Рени. Далее первый пункт пропуска – это Украина-Молдавская граница. В чем ее основной плюс? В том, что она объединена. То есть это как бы совместный пункт пропуска, поэтому нужно, хоть мы документы предъявляем двум службам, но в одном месте, то есть не нужно ждать как бы две очереди. Вот. И вторая граница, которая нас ждала, это молдавско-румынская граница. В понедельник утром прибыли мы на место где-то около 6 утра 50 минут, примерно 7 утра. Все эти как бы две границы заняли у нас где-то, ну, у нас 1:20, потому что у нас со страховкой была неполадка, мы чуть дату перепутали, мы ее переделывали. А так я думаю, что примерно 1 час бы мы потратили на прохождение двух границ. Это прям в 4 раза меньше, чем пройти одну украино-польскую, ну, всем известную, да, которую как бы мы проходим. Что еще хочется сказать, что работают здесь ребята быстро. Очень много их, кстати. Их очень много, но скорость прям поражает, насколько это все быстро. И в молдавской части тоже, ну, как бы впечатления самые приятные. Румыны очень приветливые, никаких там, говорят на английском, пытаются говорить по-русски. Багаж практически не проверяли. Да, багаж почти не проверяли, просто спросили, там сигареты, алкоголь, но как бы для нас не актуально, 2 бутылки вина спокойно пропускают. Вот. Что еще хотелось бы сказать, что сюда ни в коем случае не стоит соваться в субботу, воскресенье и пятницу, потому что очень большое количество людей проходит на выходные. Очередь, это все село, а все село это примерно 1,5 километра расстояние, ну как бы его, молдавское село. Молдавское, вот это вот село, которое после Рени. Все село, то есть стоит на очередь как бы на пропуск в Румынию. Если же у вас нет других вариантов, а только пятница, суббота, воскресенье, то приезжать на границу советуют в 4 утра. То есть тогда есть шанс в очередь не попасть. Дорога в целом неплохая, кое-где есть ямки, но, опять же, по сравнению с вот областями, которые прилегают к Польше, честно говоря, не сравнить, все-таки лучше. Вот. Лучше, быстрее, а там посмотрим. Все, едем по Румынии. У нас еще Болгария впереди. Ну что ж, 3-я граница за сегодня пройдена. И мы вот совершенно не знали, как это будет. Собственно, когда мы начали строить маршрут от Румынии до нашей конечной точки в Болгарии, то наши 2 навигатора разошлись во мнении. То есть у нас был навигатор Maps.me, который показывал одну дорогу. Она по километражу, короче, где-то 50 километров. Вот, вторая наша карта, которая в автомобиле, она показывала и по времени длиннее, и по километражу чуть больше. И мы никак не могли решить, в общем-то, что делать, что выбрать, какой оптимальный выбор и так далее. Решили, чтобы не гадать и не попасть в просак, а заехать на заправку и спросить у ребят, какую дорогу лучше выбрать. Спросить не удалось толком, потому что по-английски никто не говорит, по-русски тоже, по-украински не понимают. В общем, я просто сказала, что вот я здесь, нужна София, что делать? И они нам сказали, что через 2 километра поворот. То есть навигатор, который показывал данный маневр, это был навигатор в автомобиле. Мы решили послушаться его мнению. То есть мы свернули на эту дорогу, в общем-то, не пожалели. Дорога хорошего качества, двухполосная, ехать легко, довольно быстро. Здесь все нормально. Но еще один как бы момент, то, что мы до этого не читали, как-то не разбирались особо, а вот остановились перекусить на заправке и забежали в Google все-таки посмотреть, какая же дорога лучше. Ну, то есть, как бы глянуть, что и как, правильно ли мы сделали выбор. В итоге выяснилось, что навигатор, который в автомобиле, вел нас на переход Джуджу-Руссе. То есть Джуджу – это город в Румынии, Руссе – в Болгарии. Там Дунай мы преодолевали при помощи моста, который вроде бы как не так давно появился. Нужно заплатить, эта сумма равняется 3 евро. Можно платить в евро? Можно платить в евро, да. Причем, по-моему, обязательно платить в евро. Можно платить, по-моему, даже карточкой, если я не ошибаюсь. У нас было 5 евро бумажкой, поэтому мы заплатили так. Вот. На этом мосту при въезде проверяют наличие румынского.
карты платных дорог Румынии. Поэтому, если вы покупали ее где-то в киоске, то нужно будет предъявить чек. Если вы покупали в интернете, то нужно показать на экране, что она у вас есть. Дальше что? Значит, мы ехали в понедельник, обеденное время, машин почти нет. То есть мы заезжали на мост вообще без очереди, очередь только из грузовиков. Но сам мост проезжали довольно быстро, и потом уткнулись в границу. То есть, по сути, со стороны Румынии контрольно-пропускного пункта пограничного нет. Он есть только со стороны Болгарии. То есть мы переехали мост, вот, встретились с пограничником, они проверили наши паспорта и техпаспорт на машину. Это заняло без очереди у нас там минут 5 всего. Вот, так что классный, быстрый переход. Единственное, что мы заметили там, это небольшая очередь, ну, хотя не знаю, как сказать, большая, небольшая. Наверное, все-таки довольно приличная очередь обратно из Болгарии в Румынию. Вот машины в этой очереди стоят прямо как будто даже в городе. Но так как документы проверяют быстро, и это только один пункт, я думаю, что времени занимает тоже не очень много ожиданий. Все остальные переходы, это все переходы паромные, то есть это паромная переправа через Дунай. Боже мой, что здесь происходит? У нас тут потом, Малеха. Причем болотный какой-то поток. Дай бы нам еще дождя. Это мы только что винетку купили на вот эти дороги. На платные дороги. На платные дороги болгарщины. Ну спасибо, ребята. Да. Она не стоит 3 евро или сколько? Она не 3 евро стоит. Я сейчас опять же к этому вернусь. Боже мой, это сплошное болото, камни и ямы. Так вот, паромы. Значит, если плюс парома, это то, что вы сокращаете ваш путь на от 30 до 50 километров в зависимости от пункта, который вы выберете. Значит, как бы, что касается минусов. Первое, у паромов есть свое расписание, и они ходят там, я не знаю, но это недостаточно часто. То есть там может быть один раз, как я там всего, по-моему, ну, до 8 паромов в день. То есть эти промежутки как бы временные есть. Что еще? Паромы это не такие, как даже вот мы себе представляли, типа норвежские закрытые судна. Это просто что-то типа баржи, она там даже без бортиков. То есть входит туда, причем небольшое количество машин. Доплывают не все. Ну, в общем, как-то стрёмненько выглядит. Третий момент. Заплатить можно только в левах, то бишь это в местных деньгах. Все, мы проехали ужасную дорогу. То есть евро нельзя, карточки нельзя. Соответственно, нужно где-то искать обменник, чтобы как бы иметь эти наличные. Учитывая, что в Болгарии мы полдня, нам вот только денег не хватало менять. Так что паромы, мы для себя решили, что это нет. И хорошо. Потому что все как бы прошло очень быстро, на мосту без очереди, как бы мы довольны. Что по платным дорогам Болгарии? Здесь нужно приобретать винетку. Винетка – это такая наклеечка, которая клеится в нижнем правом углу лобового стекла. Самое минимальное количество дней, на которые ты можешь ее купить – это одна неделя. Цена – 8 евро за одну неделю. В интернете ее нет, она покупается только физически. Румынская покупается в интернете, а болгарская только… К сожалению. Вот нету их нигде, поэтому мы сначала должны были купить ее сразу, вот как перешли границу. Но нам сказали, что туда даже не суйтесь, потому что там нужно только наличными местными деньгами. И предложили нам съездить на автозаправку Shell, которая находится через 6 километров вот после границы. Мы остановились прежде еще на одном пункте, на котором винеток не было в наличии. Потом мы достигли Shell, и на заправке Shell не было винеток в наличии. Через 2 километра после Shell есть заправка Lukoil. На ней есть винетки, ну, по крайней мере, мы сегодня купили, но расплатиться, к сожалению, карточкой нельзя. Поэтому я заплатила там, но в евро принимают, то есть 10 евро и там 2 евро сдачи влево, они мне вернули. На сувениры. Да, то есть двухнедельная винетка вот у нас там на лобовом стекле. Хотя она нам нужна, по сути, на 2 дня. Вот, что еще? Не, круче в Швейцарии, когда покупаешь... Годовая и на один. По сути, едешь там 2 часа. 2 часа едешь, но годовую винетку покупают. Ну да. А еще круче Молдаване, извини. Мы по Молдавии сегодня, извините, по Молдове. Полтора километра ехали, но 3 евро за винетку заплатили. Недельную заплатили. В
важно, чтобы когда вы шли ее покупать, у вас в руках был техпаспорт, они там сверяют номер машины, куда-то записывают эту базу. Вот. Ну вот, в принципе, и все. Как дороги в Болгарии, я пока понять не могу, потому что навигатор показывает, что нам 180 километров ехать, типа там 3,5 часа. Я не могу понять, каким это образом. Платные дороги я вообще не могу понять пока за что. Вот просто не могу. Вот за что мы платим? За что?